Привет, друзья! Вы смотрите канал «Другая Испания» с Еленой Вивас. И мы продолжаем путешествовать по северу Испании. Сегодня я хочу познакомить вас с одним из самых зрелищных мест на побережье страны Басков. Это геопарк Коста Баска. Геопарк Коста Баска – это уникальнейшее место на нашей планете Земля. Он протянулся вдоль побережья провинции Гипускуа от поселка Мутрику, Деба и до Сумай, где сейчас непосредственно мы с вами и находимся. Это примерно 13 километров вдоль побережья. И также дальше он уходит в глубину, в горы, до местечка Сестона, где находятся уникальнейшие пещеры с рисунками первобытных людей, которые являются всемирным наследием ЮНЕСКО. Но об этом в другом моем видео. Помимо геологического интереса, о чем я вам чуть позже расскажу, это место также очень популярно у фотографов, согласитесь, виды просто потрясающие. Также здесь проходили съемки, вот именно с этой точки, съемки фильма «Игры престолов», 7-й сезон. Эта церквушка, она засветилась в одной из самых популярных комедий последних лет в Испании «8 баскских фамилий». Кто не видел, очень рекомендую, есть перевод на русский язык. Геопарк Коста Баска, он прежде всего знаменит своими уникальными флишевыми отложениями. Подобных мест на планете Земля можно пересчитать на пальцах одной руки, поэтому это очень важное место для геологов. Сейчас я нахожусь здесь во время максимального прилива, а во время отлива эти системы флишевые, они еще больше обнажаются и как лезвие ножа уходят далеко в океан. У местных жителей существует такая легенда, что скалы подобным образом сформировались благодаря тому, что здесь, в океане, живет дракон, который своими когтями как раз вот это все и расцарапал. А где же дракон, спросите вы? Когда по вечерам заходит солнце и горизонт окрашивается в красный цвет, то местные говорят, что это как раз огонь из пасти дракона. Ну а вот и дракон собственной персоной. А теперь давайте прогуляемся по верху вот этого самого хребта, который до этого мы видели снизу и который уходит далеко в океан, и полюбуемся потрясающими пейзажами этого места. Головокружительная красота. Приезжая сюда сотни раз, каждый раз это как любовь с первого взгляда. Я вообще не знаю, что должно произойти, чтобы эта красота приелась, как мне некоторые иногда говорили раньше. Каждый раз это новая погода, новый свет, но в любое время года это просто космические пейзажи. Согласны со мной?
О местных сказках и легендах мы с вами уже поговорили, и теперь самое время рассказа, почему это место так интересно для ученых, для геологов, и чем оно уникально. Флишевые системы геопарка Коста-Баска – это открытая книга для ученых, для геологов об истории планеты Земля за последние 100 миллионов лет. Посмотрите вот на эти слои. Они абсолютно разного цвета. Есть розовые, есть белые, есть более темные, черные слои, абсолютно черные. Все эти слои, они сформировались в разных условиях. И большая часть из них в результате осадочных пород на дне моря, океана. Дело в том, что вся эта замечательная территория еще 300 миллионов лет назад была погружена на дно морское. И вот в зависимости от того, какой климат был на этом участке, и формировались слои или розовые, или серые, белые, черные и так далее. Обо всем об этом я более подробно рассказываю на своих экскурсиях, так что приезжайте, будет интересно. И также расскажу, почему эти слои земной коры находятся не горизонтально, а вертикально. Это место имеет также следы одного из самых грандиозных происшествий в истории нашей планеты Земля. Это период, который был 65 миллионов лет назад, и когда огромнейший метеорит упал на полуостров Юкатан, нынешнее место, да, которое является полуостровом Юкатан. В результате этого столкновения метеорита с Землей поднялся такой огромный слой пыли, что на планете Земля несколько лет не было видно Солнца. В результате этого события вымерло около 60% фауны, в том числе и динозавры. Еще раз повторюсь, произошло это 65 миллионов лет назад. Причем здесь Юкатан, побережье страны Басков? Дело в том, что среди этих флишевых пород ученые-геологи нашли особые прослойки, содержащие огромное количество иридия, который практически не встречается на нашей планете Земля, и поэтому были сделаны выводы, что это звездная пыль той самой эпохи. Хотите прикоснуться к этой звездной пыли? Приезжайте в мои авторские туры по стране Басков и северу Испании. Геопарк Коста-Баска можно посмотреть не только со стороны берега, со стороны суши, но и со стороны моря. Из порта Сумаи регулярно отправляются туристические кораблики, на которых можно прокатиться. Ну, а я своим туристам предлагаю эту услугу индивидуальную, то есть мы арендуем свою отдельную яхту и любуемся Коста-Баской. Так что приезжайте в мои туры. Капитан нас предупредил, что сегодня хорошая волна, будет сейчас качать не по-детски, но все-таки я решилась на эту авантюру, хотя не очень это дело люблю, но ради хорошего видео я готова на все для вас, друзья. Thank you.
вот и закончилась наша с вами прогулка по геопарку Коста-Баска. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо, кто был со мной.